Всем привет! Ну а сейчас я хочу немножечко пробежаться и показать вам вышивки, которые у меня уже оформлены. Вот такие собачки, это щеночки лабрадора. Вот такие маленькие, миленькие, на бревнышке. Хорошие, красивые. Их я вышивала достаточно давно уже. Вот такие милашки. Вот такой вот царский лев. Тоже оформленный. Его я вышивала тоже уже достаточно давно. Вот такой левушка. Вот в такой рамочке. Ну, а эта картина, она, конечно, требует отдельного внимания. Очень красивая, очень. Вот такая рамка. Вот такие тигры. Посмотрите, какие усики вот здесь все. Вот такая вот картина. Дальше это одна из моих первых картин. Волки в зимнем лесу. Это, по-моему, картина от Риолис. И это, насколько я помню, была самая первая картина, которую я оформила. Тоже очень милая. Дальше я вам покажу. Это олени от фирмы Dimensions. Олени в зимнем лесу. Тоже оформлены в рамочку, в паспарту. Достаточно много здесь разных, посмотрите, стежков. В общем, здесь и бэкстичи, и крестиком, и полукрестом. Вот, посмотрите. Вот такая картина. И вот так вот я ее оформила в багетной мастерской. Вот еще одна картина. Так, как бы, вот, чтобы было получше видно. Это такие маленькие-маленькие леопардики. По-моему, это не леопардики, вру, это снежные барсы. Конечно же, это снежные барсы маленькие. Вот такая прелесть. И вот так я их оформила. Дальше это тоже картина от Dimensions. Вот в таком оформлении. Это белый волк. Здесь вот присутствуют французские узелки, видно, как снег идет. У него мордочка прям как настоящая. Очень люблю эту картину. Ну и вот так он занял свое достойное место. Это вообще отдельный разговор. Этого волка я вышивала очень долго. Я уже не помню, кто производитель этой картины, но, конечно, волк здесь, он как живой. Посмотрите. И вот такое оформление у картины. Вот такой вот красавец. Далее идут вот такие волки, также зимой. Я вообще очень люблю вышивать животных. Не знаю почему, но вот как-то к животным прям вот, ну, нравится мне их вышивать, в общем. Это тоже от Dimensions волки. И вот такое вот оформление у этой картины. Дальше вот такая картина. Речка какая-то, деревья. В общем, летний такой пейзаж. Смотрится, по-моему, тоже очень здорово. Здесь вот цветочки. Березки стоят, небо. По-моему, очень живописно. И вот такое оформление сделала я в багетной мастерской. Но это тоже одна из моих первых работ, когда я только начинала вышивать. Вот такая мордочка тигра. Вот здесь вот это тоже все вышито. Вот такой тигр у меня получился. Ну а это моя
одна из любимых моих картин, которую я вышивала очень-очень долго, и она самая большая, наверное, в моей коллекции картин. Ой, вот такой леопард, вот такой красивый, на коряге, злится, рычит. Но я эту картину очень люблю. И это одна из тех картин, которая вышивалась очень долго у меня, потому что достаточно сложная. Цвета сливаются, но я ее очень люблю, эту картину. Вот такие вот две картинки. Эти две картинки от Dimensions. Щеночек. Вот такой хорошенький щенок далматина. Вот такая прелесть. Я люблю такие тоже маленькие смешные картинки. У меня еще котик такой есть, я его сейчас вам попозже покажу. И вот такая спящая киса. Прибалдела, который котик, прибалдевший на дереве. Вот такой вот. Вот такие две картинки, очень миленькие. Они небольшого размера. Ну вот это котенок, про которого я вам говорила. Это также фирмы Dimensions. Вот такой хороший. И вот так я его оформила. Смешной, по-моему, очень. Ну, а теперь вот такая вот собачка. Это такса. Вот такая красота. Щеночек таксы. Ну, как вы убедились, наверное, я больше вышивать люблю именно животных. Акцент я делаю именно на них. Вот такой красавец. Далее у меня есть вот такой жук. В этого жука я влюбилась сразу. Он какой-то необычный, синий, с зеленым. В общем, очень-очень мне понравился. И я его решила вышить. Посмотрите. Немного отсвечивает он под стеклом. И придала ему вот такое оформление. По-моему, получилось здорово. Жук, который сидит на листике. Посмотрите, как он смотрится. Мне кажется, очень необычно. Ну, вот это мои вышитые две иконочки. Также оформленные. Вот поближе я вам покажу их. Вот так вот они выглядят. Уже с оформлением. Стекло здесь нет никакого отблеска, если видите. Вот если, например, сравнить с жуком, вот отсвечивает. Здесь нет, потому что стоит в иконах стекло антиблик. Ну, соответственно, поэтому все хорошо видно. Это все бисером оформленное. Ну и мы с вами быстренько перейдем сразу вот к этой картине. Это у нас леопард. Точнее, это снежный барс, а не леопард. Вот такой вот. Он был оформлен в 2017 году, не так давно. Ну, вот такое у него оформление. Одна из моих любимых работ. У него очень красивые глаза. Вот такая киса с розовым носом в снегу. По-моему, смотрится здорово. А, ну, вот это вот еще одна оформленная картина от Dimensions. Вот такая зима. Птички, домик. Домик всегда напоминает дачу. Дом за городом. Такая красота. Горит свет в окошках. Птички. Такое вот красивое небо. Вот так вот все это смотрится. И вот такое оформление. Но здесь попадает сразу моя работа. Это я сейчас то, что делаю. Это у нас бисером. Это то, что я, чем сейчас я занимаюсь, скажем так. Перерыв между крестиками. Идет бисер. Ну и это мои последние оформленные работы. Это я так решила потренироваться на машинках. Вот такие вот бисером они вышиты. Их я оформила буквально месяца два назад. Две такие картинки. Их в серии, по-моему, штук 12 разных. Но у меня пока вышито и оформлено вот две. Тоже, по-моему, смотрится неплохо. На этом все. В
принципе, это все, наверное, что я хотела вам показать. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока.